Второй этап Олимпиады имени Гавриила Романовича Державина прошел в ТГУ. Учредили ее к столетию университета. Участие в Олимпиаде приняли старшеклассники со всей области. Добрый день, меня зовут Алексеенко Евгения. И тема моей работы – правовые основы борьбы с взяточничеством в Российской империи в конце 18 и первой половине 19 века. Олимпиада проводится по трем номинациям – юриспруденция, история и филология. Проходит она в два этапа – первый – заочный. Школьники предоставили работы, посвященные поэту и государственному деятелю Российской империи Гавриилу Державину. Всего на конкурс поступило свыше 60 работ, а во второй тур прошло 40 работ. Работа состояла в том, чтобы в небольшом научном исследовании раскрыть какие-то вехи творческой и государственной деятельности Державина. В основном были представлены темы, связанные с борьбой с взяточничеством, с губернаторством Гавриила Романовича Державина, причем не только в Тамбовской губернии. И это его патриотическая и духовная лирика. Школьники из Мичуринска, Моршанска, Кирсановского, Гавриловского, Никифоровского, Староюрьевского районов на втором этапе Олимпиады продемонстрировали владение материалом. Жюри после каждого доклада выставляло оценки. В открытом интеллектуально-творческом состязании всем знатокам наследия Гавриила Державина были вручены полезные подарки.